Уважаемые выпускники, рад вас сегодня приветствовать. Меня зовут Ушкенов Ернар Муратович, я являюсь деканом факультета востоковедения Казанского университета международных отношений мировых языков имени Абылайхана. Наш факультет имеет богатую и давнюю традицию преподавания и изучения восточных языков и восточных культур, и, конечно, всего того богатейшего на культурного наследия. Языки Востока, поскольку они являются проводниками в путь и надежным гарантом того, что вы будете в будущем успешны. Изучение восточных языков всегда имеет свою специфику и особенность. Если другие языки, особенно европейские, вы можете услышать каждый день и можете быть знаком с их культурой, то восточные языки, они редко выходят за ареал своего распространения, и нужда в этих людях, которые владеют им, она и есть постоянно. Наш факультет имеет давние обширные связи со всеми странами Востока, в числе которых, это, конечно же, нужно упомянуть, 35 вузов Китайской Народной Республики, 33 вуза Республики Южной Кореи, 5 вузов Республики Турция, 3 вуза Исламской Республики Иран и 2 вуза в Египте. Все эти вузы, они являются нашими партнерами, и мы каждый раз с ними проводим совместные образовательные программы, так называемой академической мобильности. У нас на факультете функционирует 6 языков, среди которых китайский язык, корейский язык, персидский язык, арабский язык и турецкий язык. Кроме того, у нас совершенно недавно были подписаны договоры о сотрудничестве с японским языком. 2 вуза в Японии также готовы принимать наших студентов. Программы, они очень разные. Каждый из вас может выбрать ту программу, в которой он больше всего нуждается. Прежде всего, есть программа, которая гарантирует для вас бесплатное обучение, бесплатное проживание. Есть программы, которые включают в себя углубленное изучение какой-либо отрасли на коммерческой основе. Почему люди выбирают наш факультет? Прежде всего, надо говорить о хорошем преподавательском составе, качественном, среди которых немало именитых профессоров и не менее именитых преподавателей.